Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Я хочу сказать... С этих слов начинается одноименная программа, которая выходит на канале 16 уже второй сезон. Ведет передачу наш корреспондент Ирина Вышегородцева. Она всегда готова выслушать вас и поддержать разговор. Участником съемок может стать кто угодно. Главное условие – желание донести какую-либо информацию до саровчан. Это уникальный, это самый здоровский проект, в котором могут поучаствовать все, от мала до велика. Здесь можно разговаривать на совершенно разные темы, рассказать, например, о дорогах, какие сделали красивые, невероятно крутые дороги. Здесь можно рассказать о чтении книг, то есть какую вы книгу прочитали в последнее время. Можно рассказывать о здоровом питании. При этом не обязательно говорить о чем-то серьезном. Каждый может передать привет членам своей семьи, поздравить друга с днем рождения, признаться в любви на весь город. Никаких ограничений по тематике, времени и форме публичного выступления нет. Здесь можно говорить обо всем и сколько угодно по времени. Если с вами никто дома не разговаривает, вы можете прийти ко мне сюда в понедельник с 5 часов и просто со мной целый час на камеру поговорить. Пользуясь случаем, я как оператор канала 16 передаю своим коллегам привет и приглашаю вас принимать участие в программе «Хочу сказать». Если есть что сказать, не стесняйтесь и делайте это. Наша съемочная группа ждет вас каждый понедельник в ТЦ «Атом» с 17 до 18 часов. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».